Ту звездную ночь небо совсем не предвещало странных и загадочных вещей, которые должны были произойти. Как только подозревающие Мугла уснули, изо тьмы спустился огромный мотоцикл с восседавшим на нем гигантом. Гигант по имени Хагрид оставил по дороге дома номер 4 на улице Привет Драйв завязанное в узел одеяло. В одеяло был закутан младенец. Гарри Поттер, мальчик, который живет. Следующие 11 лет Гарри прожил с ужасными приемными родителями. Но в один прекрасный день Гарри получил приглашение в Хогвартсскую школу колдовства и волшебства. Хагрид повел Гарри на аллею Диагон, чтобы купить самые необходимые школьные принадлежности. Вскоре Гарри поймал Хогвартский экспресс с платформы 9 и 3 четверти и оставил мир Муглов далеко позади. Гарри сел под выбирающую шляпу в надежде, что его не выберут в дом Слайверин вместо Гриффиндор. «Не Слайверин, да?» — сказала шляпа у его уха. «Ты можешь стать знаменитым, ведь все здесь, в твоей голове, и Слайверин помогут тебе на твоем пути к величию». «Нет? Что ж, раз ты уверен, тогда будь Гриффиндор!»